В этом видео чат-рулетка, однорукий Акстар, страшные куклы и многое-многое другое. Запасайся вкусняшками и приятного тебе просмотра. Ребята, всем привет, это канал Акстар, и сегодня новый выпуск чат-рулетки, и я с уверенностью могу сказать, что он лучший, потому что сегодня применено много новых технологий, крутые идеи, крутые приколюхи, крутые реакции, в общем, реализация на уровне. Я очень доволен, как это получилось. И мы снимали ее совместно с каналом Скотский Мир, думаю, многие из вас его знают. Вот, в общем, вторая часть у них на канале, обязательно посмотрите после просмотра этой части. Ни одной общей реакции, ничего не повторяется, так что полноценное продолжение. Вот, надеюсь, вам понравится. И если это так, 100 тысяч лайков давайте соберем, и мы запишем вторую часть офигенного чат-рулетки. Я, честно, не знал, что чат-рулетка может быть такой веселой. Сегодня мы в этом убедимся. Вот, обеспечили вам клевого контента, чтобы скрасить ваш вечер или день, или утро. Кстати, этот выпуск чат-рулетки я записывал на новую камеру. Оцени, пожалуйста, качество. Погнали. Привет. Приветики. Хочешь, тебе сыграю? Давай. Слушай, пожалуйста, не мешай. Уйди, пожалуйста. Я буду как невидимка. Извини, пожалуйста, это Гена, мой воображаемый друг. Так вот, что можно сыграть? Почему Гена? Что хочешь сказать? Возьми, пожалуйста, я пока договорюсь и это сыграем. Так вот, по поводу песни, какую можно сыграть? Уйди, я же сказал, Гена. Еще уйди. Привет. Привет. У меня есть одна проблема. Какая? Ничего страшного. Только не переключай, пожалуйста, а то меня все переключают. Я не буду, я послушаю. Спасибо большое. Вот как? Заказал руку себе с Алиэкспресс. Классно. Спасибо. Сыграй что-нибудь. Здорово. Окей. Бай. Сали, иди сюда, иди сюда. Я настолько плохо играю, что вы убираете? Нет, у тебя рука там по всему телу ползает, ты что, не видишь? Молодцы, зверь бежит, ладно, это не здесь. Да, отвечаю, братух. Смотри, что творится. Во-во-во, смотри! Во! Видел, съебалось за тебя, прям за тебя улетело. Ты меня пранкуешь? Или... Я отвечаю, говорю, за тебя полетело прям. Серьезно? Да, отвечаю. Привет. Привет. Хочешь, я тебе что-нибудь сыграю? Давай. Только не суди, пожалуйста, строго, занимаюсь первые три дня. Ничего страшного. Вот уже решил людям показать. Круто. А тесно? Да нормально. Так. Чем больше будешь учиться, тем лучше будет получаться. Заткнись, овца! Опять ты меня называешь овцой? Это что такое? Это просто мешало мне. Все, все! Давай сейчас что-нибудь другое сыграем. Кстати, ребят, я в начале видео говорил по поводу новой камеры. Сейчас очень полезная и крутая реклама. Этот выпуск чат-рулетки записан на новую веб-камеру Brio Stream от компании Logitech. Это высококлассная, ультрасовременная 4К веб-камера с поддержкой HDR. Непревзойденная четкость.
плавность и детализация видео в формате 4К Ultra HD, что в 4 раза больше, чем в Full HD. Ребята, знаете, насколько моя жизнь стала проще, когда я узнал, что эта камера автоматически подстраивается под яркость освещения в реальном времени. Так что вас всегда будет видно даже при сильных изменениях во время видеозвонка. Никаких засветов больше и кромешной тьмы. А знаете, почему моя жизнь стала еще проще? Потому что вот эта камера, Brio Stream, позволяет транслировать 1080p в Full HD с частотой 60 кадров в секунду. И теперь, когда я играю на гитаре, на веб-камере это все отлично видно, ухватывает каждое движение, а не то, что в 30 кадров. Естественно, она оснащена автофокусом вообще без вопросов. И бонус к этому, она оснащена диоптическим распознаванием лиц. Короче, когда ты заходишь в компьютер в Windows 10, смотришь в камеру, и опа, все разблокировалось. К ней также есть приложение Logitech Capture, и в нем ты можешь удобнее настраивать разные штучки, там много разных настроечек. Приложение доступно и для Mac, и для Windows, и само собой. Logitech Brio Stream — это одна из лучших современных веб-камер на рынке. Да и в линейке Logitech, я считаю, она, наверное, одна из самых топовых, зачем я это сделал. И я хочу сказать, что благодаря Logitech наш мир развивается, становится технологичнее и круче, ведь камера Brio уже сейчас устанавливает новый формат видео в высоком разрешении. Ссылочка в описании, естественно. Годный продукт рекомендую. Просто во! Во! Все, не отвлекаю, погнали дальше, чат рулетка, бомбовые реакции, пу-пу-пу. Привет, ты играешь? Да, только у меня проблема есть одна. Но можешь дослушать, не переключай, пожалуйста. Угу. А как ты играешь? Я одной рукой играю. Но у меня есть вторая, но она отдельно. Ну, понятно. Логично, согласен. Ну, да. Но у меня есть вторая, могу звезду по имени Солнца сыграть. Погнали. Приятного аппетита. Я сейчас сыграю одну песню. Она переключилась. О, вот это тихо, давай, все. Это нормальный разговор. Привет. Давай, привет, что сыграть? Здорово. Цой, давай. Все Цой играют. Без проблем. Если знаете, вы должны знать эту штуку. Моя девочка больная, что такое? Есть такое? Не-не-не, почти. Подожди. Почти? Подскажу первое слово «тем». Тем. Тем? Тем. Или тем? Тем. Спать, в спокойной ночи. Ну там, что такое? Блядь, ты, блядь, красавчик. Заткнись, овца. А ты нам это? Не, нам я вот этой овце. Это кто? Овца. Это кто? Это что такое, а? Опять ты меня называешь овцой? Это возбудительно! Это что за мышь? Это кто? Это мы, овца. Привет. А могу я, скажу, сыграть? Я готовлюсь к концерту, к выступлению. Просто мне нужно репетировать перед людьми. Сейчас, одну секунду. Ага. Прикольно. Почему эта игрушка двигается? Какая? В сабе, который. Да нет, как обычно. Может быть, у вас есть какие-то предпочтения? Какие-то предпочтения? Давай только больше не, пожалуйста, не вот эти вот телебом. Это очень как-то стрёмно. Хорошо. Ну и последнюю, наверное, я сыграю. А ты можешь отойти, пожалуйста? Вот вас начинаем. А почему у тебя игрушка двигается? Вы что, серьезно? Да-да! Привет, Росиночка! Как дела? Она меня, походу, не узнала. Что происходит? Ладно, извините, я что-то это. Слушай, можно мы призовем кого-нибудь, а? Давай, попробуем. Давай! Я буду нас свистеть.
С божественным паром вас. От души, братан. Ты можешь подумать, типа, что за дичь у нас здесь творится? Тебе мешок, может, это запихали, нахуй. Мешок сняли, сказали, играй, нахуй. Так и есть. Спаси меня, пожалуйста. Не отключай. Спаси меня. Да, вот. Пока, касатик, пока. Позвони, пожалуйста, в полицию. Увидимся в бане, увидимся в бане. Я буду видеть шашлыка. Я серьезно. Махать тебе из тарелки, пока. Переключил. Позвони, пожалуйста, в полицию. Скажи, переключил. Напрёмся. Переключил это. Пользуясь случаем, хочу попросить подписаться на мой инстаграм akstar.music. Никто туда нафиг не подписывается, я вообще, блин, никому не интересен. Надеюсь, хоть ты подпишешься и будет немножко лучше и веселее. И я посмотрю, что на меня ты подписался, и сразу улыбнусь, и все станет веселее. Гитарист. Я, да, иногда поигрываю. Вам сыграть что-нибудь? Пожалуйста, можно. Что такое? Я так... А что ты сзади красиво? Я так плохо играю, почему вы смеетесь? Что? Нет, нет, ты хорошо играешь. Просто какая-то кукла у тебя была. Ничего нету вроде. А ты играй еще раз, играй. Блин, я это засниму, подожди. У тебя собака сзади, тип. Вы меня пранкуете, я не могу понять. Нет, нет, у тебя правда собака сзади. Игрушка. Вниз посмотри, на пол. Я вам серьезно говорю, тут ничего нету. Давай еще раз. Давай. И я засниму и тебе пришлю, давай. Сидит ли его кто-то? Я не знаю. Вы меня пранкуете? Я серьезно зашел в чат-рулетку, чтобы меня послушали. Меня дурака делают. Спасибо вам большое. Я ведь нормально спросил, можете послушать меня? Вы надо мной выражаете. Да, мы тебе же говорим, мы видео можем даже показать. И у тебя правда, ты играешь, и у тебя собака встает. Игрушка. Ой. Не мешай мне, пожалуйста, Ген. Привет. Привет. Могу я тебе сыграть что-нибудь? Ну, на свое усмотрение, давай, я послушаю. Я просто репетирую, завтра у меня концерт, поэтому я в чат-рулетке и сижу. Вот так вот, что скажешь? Очень круто, мне нравится. Заткнись, овца! Я не тебе, просто... А я был в тебя влюблена! Я испугалась! Извини, пожалуйста, это вот так вот. Ну это очень весело.
Это круто. Ладно, спасибо. Ну, а играют как? Я не расслышал. Отлично, отлично. Спасибо большое. Ладно, хорошего вечера. Привет, можешь послушать меня, пожалуйста? Меня все переключают. Да, пожалуйста. У меня просто одна проблема есть. Поэтому дослушай, пожалуйста, до конца, хорошо? Да. Сейчас. Я попробую сначала одной рукой. А сыграть «Звезда по имени Солнце» знаешь такую? Конечно. Давай попробуем. Сейчас. Молодец, удачи. И тебе. Здравствуйте. Привет. Не желаешь сделать очень кое-что доброе? Ну, почему бы и нет? Давай, попробуем. Возможность поговорить вот с этим человеком. Присаживайтесь, пожалуйста. Блин. Расскажи мне о своих грехах, сын мой. Я отпущу тебе любой твой грех. Я был не готов, тут надо подумать на самом деле. Ну, в принципе, мы не торопимся. Я не так много грешу, чтобы вот так вот сходу говорить о своих грехах. Молодец! Любви твоей семьи. Ну... Вот, наверное, так даже. Спасибо. Пока! И приятного спасибо. Аппетита. Пока! Спасибо. И вам всего хорошего. Пока. Сыграй. Привет, а что сыграть? А что угодно. А вообще предпочтения нет? Ну, вообще без разницы. Мне просто не попробуйте угадать. А можно вопрос, а ты не снимаешь видео? Нет, я просто сижу по вечерам в чат-рулетке, мне просто делать нечего, я поэтому всякой херней занимаюсь. Просто мне кажется, что я тебя видела где-то с гитарой. Заткнись, псина. Да я не тебе, извини, у меня просто... Ты не мешаешь, понимаешь? Можно потише? Извини, братюнь, извини, я слишком сильно чай размешивал опять. Все, пошел. Привет. Привет. Можешь тебе что-нибудь сыграть? Да, сыграю. Слушай, наверное, знаешь мелодию из Гарри Поттера? Ой. Я не знаю, что петь. Что? Классно играешь. Давай что-нибудь другое, что ты точно знаешь. Что ты знаешь? Что тебе сыграть? Я ничего не знаю. Ну, это бывает так. О, это круто. Ладно, что-то... Подожди, ты тут ничего не видишь или у меня же галлюцинация? О, это книжка, что ли? Да, это книжка. Ой, да брось. Бросить? Бросил. Я просто джедай, у меня есть силы. Хочешь, я ее подниму опять? Ой, это фокусы, это детский сад. Нет. Просто на самом деле, надо верить, ждаю. Да прибудет с тобой сила. Ребята, спасибо за просмотр. Не забывайте, вторая часть на канале «Скотский мир» по ссылочке в описании. Там тоже бомбезные реакции, ни одной общей. И если мы наберем 100 тысяч лайков, мы запишем вторую часть с ребятами. И объединимся еще раз. Не забывай подписываться на мой инстаграм akstar.music. Там, блин, не растет количество подписчиков. Ну что за фигня. Также не забывай подписываться на этот канал, если тебе нравится этот контент. Лайки, колокольчики, вот, ты все сам знаешь. Спасибо, пока.
Кстати, мы сейчас с Ромой с канала «Гитара с нуля» снимаем третью часть. Совсем скоро будет. Ждите.